Захисник, який добре себе почуває і в обороні, і в атаці. Сильний, високий, з поставленим ударом і нахабністю нападника. Кого із сучасних захисників ви уявили? Такі чесноти є у Вірджіла Ван Дейка або ж Серхіо Рамоса. А якщо я вам скажу, що у київському «Динамо» вже був такий гравець. Привет болельщикам и всем тем людям, которые вспоминают про меня и которые сегодня делают, чтобы «Динамо» стало лучше. Востаннє про футбол спілкувався із Гавранчичем приблизно 10 років тому. Футболіст став архітектором, чого, напевно, ніхто без фанів не міг спрогнозувати. А от з нашими партнерами Парімачем вам не варто боятися сміливих прогнозів, адже вони дарують вам 100% повернення у разі невдалого прогнозу. Усі деталі є у закріпленому коментарі під цим відео. Займатися архітектурою Гавранчич почав майже одразу після закінчення кар'єри. Жалко, що футбол не можна грати до кінця життя, тобто до 80 або 100 років. 27 років, коли отримав першу серйозну травму, що почув, що знаю, що скільки буду грати. Я вам скажу, що у мене колено, як у старця 80 років, так кажуть врачі. Таз – то ж саме. Це, думаєте, із... что танцевал в дискотеке. Не, был, я то и говорил, что жестко играл в футбол раньше, чем сейчас. И есть одна книга, которая, я думаю, что один писатель англичанин говорит, что самые большие психологические перемены и стрессы на известных спортсменов после карьеры. Потому что они не могут себя найти. Но тоже немножко, как я из своего опыта говорю, немножко спуститься на землю, понять, что ты уже неизвестный футболист. Это все хорошо, то, что ты добился, но надо начать новую жизнь. Да, через спорт, опять, как тренер, а если ты становишься тренером, начинаешь с нуля. Если начинаешься как архитектор, тоже с нуля. Ты никто вообще. Тоже вспоминай свои годы, там 17-18 лет, когда ты был никто. Вот так сейчас тоже. Но, если возвращаться с начала разговора, но есть плюсы, которые тебе могут отдать шанс. Ты можешь стать тренером «Динамо» Киев быстрее, чем кто-то там может тебя 2-3 раза лучше. Бокс можно сравнить с альпинизмом. Виталий Кличко! Вверху на вершине стоит чемпион. Кличко, который вот очень известным боксером стал, там мэром, если не ошибаюсь. Вот. Но это большая честь. Но он доказался в спорте вот, и получил шанс. Быстрее, чем если кто-то там мучился 20-30 лет и уже может и заслуживает то место. Но... Подожди, к сожалению, вот такие вещи. Но это надо использовать, это те плюсы, о которых мы говорили. Своїм шансом у «Динамо» Гавранчич скористався на 100%. Провів 7 сезонів у Києві. Горан приїхав в Україну ще у далекому 2001-му. Не видите, це мурашки. Це мощь. Це навіть не повірити сьогодні. Вот... Мені навіть... В Сербии говорят, вот это как играл за сборную, играл за «Динамо». Вот редко кто-то мне связывает там с другими командами. Гавранчич міг зіграти на позиції захисника або опорника, а за дриблінгом і гольовим чуттям не відрізниш від атакувального гравця. За техніку і універсалізм Лобановський запросив його у київську команду. 20 років назад я сам вот как верил, вот сам не чувствовал, вот что это как мне, для меня все это было нормально. Вот, в принципе, сегодня действительно вот, признаюсь, что это ненормально. Но если бы смотрел по-другому, я думаю, что бы не добился никакого результата. И сам, как свидетель некоторых футболистов, которые приезжали в «Динамо» и ничего, просто не проявили себя.
Но если бы я приехал там, не знаю, увижу я вот те футболисты, чтобы был удивлен, вот, наверное, я бы так не мог как отдать свой максимум и как вырасти на тот уровень. Но для меня Лобановский был вот как самое главное, вот то, что есть возможность расти как футболист и себя дойти до какого-то высокого уровня. Встреча с ним первые пару дней на базе, это было вот достаточно, чтобы я решил остаться вот в Динамо. Потом вот это у нас есть, он до сих пор работает в Динамо, Берислав Станович, который, может, он и вам известен. Вот он после этого рассказывал, что он очень сильно хотел. Не просто, чтобы я... Люди говорят, а он говорит про себя. Но это действительно так и было. Он хотел, чтобы... Он у меня видел вот потенциал. Так что и после там полгода это показало, что я стал играть в основе. И так даже после его смерти вот я до сих пор рост на самый как высокий уровень. И просто я ему благодарен. Під тренерством Валерія Васильовича серб пограв недовго, усього 2 роки. Багато хто пам'ятає весняний матч 2002-го. Динамо проти Запорізького Металурга. Останній матч Лобановського. А кому там було? Не Лобановського? Лобановського? Очень тяжелый матч, это то, что говорил на выезде, очень было тяжело играть, и действительно получился тяжелый матч. Я играл тогда опорного вместе со своим лучшим другом, который его нету больше с нами, это речь о Гусину. Как раз он мне головой, помню, спустил мяч, я пробил, забил гол в воротах, и мы выиграли. Там погода, было солнце, было дождь, все менялось, а с другой стороны, матч был очень тяжелый, стрессный. Вот так получилось. Вот Лобановский был больным. Вот это только принесло, чтобы быстрее может уйти от нас. Есть там некоторые. Я помню, вот это рассказывали. Вот кто-то рассказывал так, кто вот так, что Лобановский говорил, что там какой-то объем работы сделал, он удивлен, а потом кто-то говорил что-то другое. Вот не знаю, вот что это правда про этот матч, но действительно я его запомнил, то, что от нас ушел Лобановский, это для нас был очень сильный удар. Знаете, когда у вас есть матч, вот вы выиграете и уже вот как становитесь чемпионами, вот. А в раздевалке после такой игры все молчат. Так что никому не приятно. Вот, потом вот похороны. Вот, ну, знаете, как это все произошло. Но благодаря нашим президентам, вот, он действительно получил уважение и за фауну, за ту работу, за свою жизнь, которая действительно отдал Динамо. Так что очень тяжело, вот просто неприятно. Неприятно вот то, что сам факт, который вот выиграешь игру и после этой игры все молчат, вот, все грустны, вот что с тренером там, ну, чувствуется, что нехорошо. Но он умер после пару дней, насколько я помню. Мы продолжали вот как работу, но никто, я думаю, что не ожидал, что он скончит вот как на своей скамейке. Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року, за тиждень після матчу у Запоріжжі. Динамо того сезону програло чемпіонство Шахтарю в 1 очко. Совсем недавно он мне говорит: Йожев, ты знаешь, я устал. Валерий Васильевич для нас многих дал путевку в жизнь. Был отцом-учитель. Светлая память тебе, отец-учитель.
земля тебе пух. Как минута молчания, вот и вот я и до сих пор вот помню вот те звуки. Так, так, так. Жалко, и мы сами видим, вот насколько потеряли. Я сам вот это раньше говорил, что если бы Лобановский остался, я бы еще, наверное, минимум там, я не знаю, сколько процентов прибавил. Не то, что после Лобановского были там тренеры, которые не такого уровня, а просто, что когда все меняется, но мы успели вот там и остаться на том уровне и все остальное, но оригинал есть оригинал. У нас есть поговорка: копия два раза хуже, чем оригинал. Так что оригинал есть оригинал. Это Лобановский. Его поменять невозможно. И до сих пор вот это видно. И очень тяжело. Очень большая утрата была за всех нас. В первую очередь, а особенно для футбольных клубов «Динамо». Он просто, как сказать, гений просто был, вот настолько, он был как пророк, вот просто он видел футбол, он какой будет футбол, там через 5, через 10 лет. Я такого Лобановского сегодня вижу, хоть знаю, что кто-то говорит, вот это не футбол, не, Лобановский, вот это футбол Барселоны 10 лет назад, когда Барселона вот играла самый интересный, самый сильный футбол. Вот сегодня, вот, когда я разговариваю, вот есть мои как друзья, которые больше не играют в футбол. Все говорят, вот, когда играют против Динамо, видят, о, не, Динамо, не. Говорят, у вас был очень тяжело было играть против вас. Сколько вы могли бегать, какое давление, вот как прессинг, вот, который на соперника. Вот. Помнится и те игры, которые мы выигрывали и играли на истом уровне против Реал Мадрида, там, когда Реал Мадрид был сейчас сильнее, а тогда был вообще. То есть, если вспоминать те футболисты, мы играли на одном уровне. Если было чуть-чуть удачи, или если бы у нас были футболки Реал Мадрида, чтобы как судья немножко как им помогал, так и нам, просто тем авторитетом, которое есть и было у Зидана, у Фига и всех тех футболистов, мы играли на одном уровне. И это, можно сказать, я приехал из одной страны, где футбол на одном среднем уровне, где, как есть талантливых футболистов, которые до сих пор играют в хороших командах. Я играл вообще на одном уровне со всеми теми игроками. И просто это Лобановский. Вот, что другое сказать? Коли говорять про Гавранчича, згадують його забиті голи за Динамо. Загалом захисник забив 22 м'ячі за 7 сезонів. Ну а найбільше пам'ятають його гол зі штрафного Ромі у 2004 році. Я тот сезон відіграв дуже хорошо. І в тому сезоні мені з'явилися там і якісь інтереси із команд, які там за границю, як сказати, Європи, Італія, Німеччина, вот, Германія, вот як. Понимаете, когда сегодня смотришь, ты видишь, что там было где-то 25-30 метров. Я помню, тогда к воротам мне было очень близко. Вот как. Это все было, когда человек вот как пик, как сказать, пик в форме. Вот. Тогда вот я сегодня, вот когда начинаю там спрашивать что-то, я говорю, когда становится для тебя, играешь игру, и все, которые играли в футбол на высоком уровне, знают, что это очень, очень быстро нужно принимать решение. Это
все двигаются на... Это скорость, сумасшедшая скорость. Переходим на другое. Кто-то говорил, что футболистам легко играть. Я и сегодня говорю, иди в первый ряд на трибунах и смотри, как двигаются. И что ты видишь? Не видишь ничего. А ты как вот участник этого все, когда у тебя вот кажется, что 2-3 раза медленнее игра происходит, когда, я не знаю, понимаешь меня, вот что хочу сказать, когда все приходится быстро, все играется, а для тебя это медленно. Вот тогда ты, вот как я этого почувствовал, вот как ты пик в форме, когда ты просто чувствуешь такую уверенность, для тебя все, там приходит какой-то футболист, он делает дриблинг, а ты уже видишь, как он как делает, вот ты уже читаешь это для тебя все это медленно. Но с другой стороны, когда не в хороших состояниях и когда вот есть там не в форме, тогда у тебя все намного быстрее. Так и эти гол в воротах. Хоть и была удача, она попала в перекладину, могла выйти из ворота, но она шла, вот было очень красивый гол. Для меня он очень стоит. Там есть бил гол в ворота, не был гол, там если там потом эта игра закончилась после первого тайма, все знаем, но это для меня вот один из лучших, может и самый лучший гол в воротах в футболке «Динамо». До речі, хто не знає або забув, той матч з Ромою не дограли до кінця. У кінці першого тайму з рахунку 1-0 шведський арбітр Андрес Фріск вилучив гравця команди господарів. Фани почали кидатися усім, що було під рукою у суддю, і розсікли йому лоб. Арбітр зупинив матч, а згодом Рома була покарана технічною поразкою. Є ще одна історія з Гавранчичем, свідком якої став мій колега. Матч «Динамо» проти «Оболоні». Тоді ще тренер Буряк щось сказав Гавранчичу, а серб у свою чергу попросив його замовкнути. Пройти повз цю тему і не запитати ми, звісно ж, не могли. Если честно, я этого не помню. С Буряком, можно сказать, с Сабом больше было какие-то слова. Вот, может, это было слышно, но я знаю, что когда на поле, вот ничего не слышно. Вот, и что-то там говорит. Просто может тебе мешать, просто из-за концентрации. Может что-то сказать. И если Буряк обижается до сих пор, за эти слова я ему извиняюсь. Вот, и это у тебя уже и запись, так что, Буряк, прости, не обижайся, вот, это все, это спорт, это, до сих пор я этого люблю. Люблю мужики, которые хотят бороться, хотят выиграть, даже свою, опять вспоминаю, мастерскую, кто хочет, хоть, может, и не знает хорошо, вот, а ты видишь, он хочет, я его вот поднимаю, давай. Вот это было должно со мной так. Вот я, кто-то это почувствовал Лобановский и почувствовал Сабо. Хоть со Сабом было больше, со всеми было какие-то разговоры, вот. Но это все закончилось, игра закончилась. Просто и он такой эмоциональный. Вот я сейчас говорю, вот сейчас у меня 43 лет, я бы сейчас этого не делал. Сербський захисник застав великий шмат історії «Динамо». Горан був свідком того, як у команду підтягували молодих і перспективних – Мілевського і Алієва. Алієва, який був мальчик, там приходив вот, в команду, вот, точно знаю, що я йому дав вот, кличку «Шапка». І так вот, Бил, потом он стал сборником, потом стал настоящим футболистом и все остальное. Вот. И есть те люди, которые там были рядом, вот, команды, как младшие. У него были волосы, вот, помню, вот, как будто носит шапку. Вот, и так и до сих пор вот, и он, и Милевский, там есть вообще, можно романы писать про их истории и все остальное. Вот такие были, как младшие, такие остались. Вы бы могли представить там, 20 лет назад, да, что они вот станут настолько медийными? Ну, у Милевского был потенциал, конечно.
Алиева нет, он так, он всегда был с Милевским. Милевский был босс, а он был рядом Милевского. Они развивали, вот, потому что не, они были молодым, вот, была очень хорошая конкуренция, вот, очень было тяжело попасть в состав. Как Алиеву играть, поставить Белькевича, поставить на скамейку запасных, вот, невозможно было. Кого-то убрать, вот это все были очень опытные, хорошие футболисты. Но они вот как получили свое, как и время, когда ушли, вот, когда поменялась вот новая генерация, вот пришла футболистов, которые там, ну то есть все нас, которые играли, поменяли, так что получили тогда шанс. За свою кар'єру в Україні Гавранчич найбільше зблизився із уже трагічно загиблим Андрієм Гусіним. Ми його пам'ятаємо як гравця, а Горан, перш за все, як людину. Для мене це дуже емотивно, якщо говорити про Андрія. Я стараюсь його як-то вспоминати кожен день, вот, і мені це не тяжело. От мене ушов лучший друг, вот, як на Україні. Действительно, я остался без лучшего друга. Даже, может, и он какую-то руку виноват, что я не остался в футболе. Если бы был, может бы, предложил, чтобы работали вместе, он как-то и начал работать как тренер, я бы не мог отказаться. Очень тяжело мне говорить об этом. Для меня это очень большой удар. То, что он был очень хорошим на поле, это еще 100 раз был лучшим, как в личной жизни, в отношении семьи. Сколько он раз мне говорил, вот, Горан, подожди. Сколько мы фильмов вместе отсмотрели. Вот. Мы были как в комнате вместе, вот, когда играли там, когда были на сборах или когда играли вот там на выезде какую-то игру. Не знаю, вот я его вот до сих пор вспоминаю как человек. Если как футболист, вот вы помните, вот как, если я помню, тогда и вы тоже помните, вот его гол в воротах за сборную, вот вам тоже принес много радости. А мне принес вот и какой-то опыт, и он был зрелющим вот человеку, вот немножко, и как в моих глазах он отличался от других. Любил очень как дружиться со семьей, вот то, что и мне связывало с ним, вот как. Это в начале, а потом уже настолько были как хорошим, вот, что сам говорю, что какую-то часть виноват, что я не нахожусь, может, и в Киеве, и не в футболе, вот, потому что для меня это никогда об этом не говорил, вот, мне его не хватает. Повірте мені, до сих пор. Горан Гавранчич закінчив кар'єру футболіста у 2010-му. Вірите ви чи ні, але за весь післяфутбольний час він зіграв від сили двічі у футбол. Настільки вистачило його футбольного здоров'я. А які спогади у вас залишилися про цього футболіста? І чи взагалі ви його пам'ятаєте? Поділіться своїми спогадами і думками унизу під відео у коментарях. Не виграв Лігу чемпіонів, це був один із цих моих снов, которые хотелось, но не получилось, я не жалею. Но с другой стороны, начал жить после футбола совсем другую жизнь, вот приспособился на эту новую жизнь, и не знаю, я очень доволен. Народ, дякую, що подивилися це відео. Мене звати, до речі, Макс Опанасюк, а ви на каналі про футбол Діджитал, якщо ви цього не знали. І якщо ви на нас не підписані, зробити це можна ось тут, аби ви не пропускали нічого з того, що ми робимо, а ми робимо багато.
що саме, ось тут можна подивитися два відео, я для вас обрав, можете перевірити. Парі Матч – офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Парі Матч – заряджені перемагати.